обратиться. Готовство? Да. Не, к нашим политикам молдавским. Я хочу напомнить нашим молдавским политикам, что Григорий Иванович Котовский, он не боролся за свой интерес, он боролся за всю страну, он боролся за народ. И вот я хочу обратиться к этим буржуям, кто захватил власть с 2009 года и удерживается сегодня. И за счет молдавского многонационального народа богатеет, знайте, что придет этот день, и мы вас также будем раскулачивать и возвращать все деньги народу обратно. И восстанавливать нашу прекрасную Молдавскую республику. Как делал это великий наш герой Котовский. Так что запомните, этот день близок. И вы все ответите. Все буржуи, никто не останется не безнаказан. Все ответят, и ваше место в тюрьме. Европа не поможет. Браво! Вот они расплатятся на это все. Завтра не могу говорить. Я вам еще рад сказать. Еще Григорий Котовский. Котовский был патриотом государственным. И один из тех людей, кто стоял в создании молдавского государства. Он был инициатором, и у него было желание обратиться к товарищу Ленину для того, чтобы создать молдавское государство, автономную республику. Но так случилось, что он не успел к нему попасть. В 1924 году Владимир Ильич Ленин умер. И тогда он совместно с Фрунзе инициировал эту идею создания молдавского государства. То есть практически то, что сегодня государство Молдова существует, это благодаря Григорию Ивановичу Котовскому. Мы благодарны ему за то, что мы молдаване, что у нас своя родина и государство. Astăzi am venit să fiu solidară cu haiducii noștri, pentru că sunt cei mai bravi, cei mai adevărați și cei mai patrioți. Astăzi e o sărbătoare aparte pentru ei, pentru că noi știm cum s-a manifestat Kotovski în timpul lui și ce înseamnă haiducii și știm istoria și istorioare mici despre haiduci. Eu sper că totuși ei o să facă până la urmă ceea ce au făcut haiducii din toate vremurile și guvernarea noastră va pleca cu ajutorul nostru și noi vom întoarce banii poporului. Mulțumesc! Mulțumesc!